30 сентября в Каспийске состоялось межведомственное выездное мероприятие. Представители администрации города совместно с сотрудниками налоговой службы и полиции провели рейд по выявлению фактов незаконной торговой деятельности, а также по соблюдению антиковидных мер. В ходе проверки торговых павильонов, расположенных в торговых центрах «Ривьера Каспия» и «Меридиан» по улице Ленина, инспекцией были выявлены некоторые нарушения – такие как отсутствие кассовых аппаратов и трудовых договоров с сотрудниками. Помимо этого, был составлен акт на осуществление торговой деятельности без зарегистрированного свидетельства об индивидуальном предпринимательстве. Также участковым уполномоченным полиции Рустамом Османовым был оформлен один протокол за нарушение продавцом масочного режима. В числе нарушений также было зафиксировано отсутствие дезинфицирующих средств и приборов для измерения температуры посетителей во многих павильонах. Сегодня, 30 сентября, администрация городского округа город Каспийск совместно с управлением налоговой службы по Республике Дагестан по городу Каспийска и совместно с участковым уполномоченным полицией проводили рейды по выявлению неформальной занятости и установлению свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуальных предпринимателей по улице Ленина в торговых центрах «Меридиан» и «Ривьера Каспия». В настоящее время нами проверены 16 субъектов малого и среднего предпринимательства, составлены административные протокола на лица, осуществляющие деятельность без регистрации, и составлен один протокол на масочный режим. Стоит отметить, что по словам продавцов, зачастую сами покупатели отказываются надевать защитные маски и пользоваться антисептиком. Подобные рейды в Каспийске проходят регулярно, и здесь предприниматель решает сам, работать добросовестно, обезопасив себя и окружающих, или же заплатить немалый штраф.